сука такая. Мужика и надобно. Есть кто дома? Обычная мазь, ничего особенного. Обычная свечка. И куда она делась? Нарисованная мелом пентаграмма. У него сильная аура. Это артефакт или... Так вот, куда она исчезла. Здесь мило. Мне было любопытно, как быстро ты разберешься, Геральт. Я наверху. Не стесняйся. Привет, ведьмак. Тут еще. Где? Ты поглазить сюда пришел? Нет, поговорить. Ха. Отвернись и подожди. Мец в самом сердце Велена. Мне казалось, ты ненавидишь деревенскую жизнь. Уверяю тебя, сейчас я ненавижу ее во сто крат сильнее. Я слышал, что в окрестностях живет колдунья, но в жизни бы не догадался, что это советница короля Фольтеста. Какая прелесть! Ты сохранил эту очаровательную способность удивляться миру. Обычно она присуща только детям, бедным рыцарям и недоумкам. Какая-то обидчивая. Разве так встречают старых знакомых? Я встретила тебя с приятной улыбкой. А теперь скажи, что тебя сюда привело. Я ищу одну девушку. Какую? Которая, как говорят, перешла дорогу местной колдуне. Что за вздор? Местные девки ни за что бы не осмелились со мной ссориться. Она не местная. Что-то ты темнишь, Геральт. Если тебе нужна помощь, скажи, о ком идет речь. Кого ты ищешь? Цири. Цири? А, тогда понятно, почему у тебя такая таинственная мина и насупленные брови. Говоришь, она поссорилась с какой-то ведьмой. То есть ты ее не видела? Нет. Но некоторое время назад меня расспрашивали о молодой девушке с пепельными волосами, которая не похожа на крестьянку. Что они говорили? Не так быстро. А где подарок для колдуньи? Где униженная смиренная просьба? Я всю жизнь буду тебе благодарен. Это немало. Но поскольку ты постоянно втравливаешь меня в неприятности, думаю, мне следует потребовать аванс. Ох, ладно, не смотри на меня такими глазами. Я же знаю, что речь идет о Цири. Расспрашивал о ней эльф. Не заеденный блохами Скаятаэль, а эльфский чародей. Как он назвался? Никак. И он был в маске. Весь такой таинственный, но... Он мне понравился. Умный, с хорошими манерами. Он сказал, что ему нужно от Цири? Только что они должны были встретиться в Велине. Он хотел знать, не появилась ли она раньше него. Что мог делать в Велине эльфский чародей?
Я пыталась его расспросить обо всем. Еще бы. Но ты же знаешь этих эльфов. Он спрашивал куда больше, чем отвечал. Он оставил для нее какое-нибудь сообщение? Нет, но попросил отправить ее к нему, если я ее вдруг увижу. Значит, ты знаешь, где его искать? Да, он сказал, что прячется в каких-то эльфских развалинах возле Подлесья. Я схожу туда с тобой. Зачем? Думаешь, я сам не дойду? У меня тоже есть дело к этому эльфу. Он пообещал мне кое-что, но так и не отдал. Кроме того, я, как и ты, надеюсь, что она там. А я тоже хотела бы увидеться с Цирилом. Можем отправляться? Да, идем. Пришли. Ты уже была здесь? Нет. Я надеялась, что эльф вернется, как обещал, или появится эта его девушка. В любом случае, я понятия не имею, что нас ждет. Ну, давай выясним. Давай же! Виллатлан! Дикая охота. Что? Призрачные всадники? Это значит, я думала, их не существует. Но полюбуйся на несуществующее. С ними навигатор. Что? Ты можешь телепортировать нас на ту сторону? Лучше я телепортирую нас домой. Ты правда собрался идти за ними? Открывай телепорт, быстрее! Не уверена, что мне все это нравится. Yeah.
Лейра. Успокойся, это же просто крысы. Ненавижу, фу, крысы! Убери их! О! Фу, дрянь какая! Крыс? Ты же можешь уничтожить их одним заклинанием. Ладно, я лучше помолчу. Так что с тобой случилось? Что-то мешает телепортации. Не представляю, как они попали на ту сторону. Всадники телепортируются по-другому. Для этого у них есть специально обученные чародеи. Навигаторы. Да пусть у них будет хоть три рулевых и попугай. Я рисковать больше не стану. Идем, охота нас опережает, но мы еще можем их догнать. Ты что, совсем рехнулся? Нужно уходить немедленно. Идем, может, еще успеем добраться до эльфского чародея раньше них. Но что охоте от него нужно? Если этот эльф знает что-то о Цири, или она пыталась его найти и связаться с ним, а они ее почуяли. Ах, идем. Может, найдем какие-то следы этого эльфа. Я не уверена, что дикая охота знает, куда идти. Велаглан! Это он! Это эльф! Арвех Твагладив. Что это было? Иллюзия? Нет. Морфопроекция. Сообщение определенно предназначалось Цири. Дочь Чайки, наследница Лары Доран. Да, эльфы так называют Цири. А что насчет знака меча? Это какая-то загадка? Да, но простенькая. Меч Цири носит имя Зираэль, ласточка. Простенькая? Кто кроме тебя может это знать? Может, этого эльфский чародей добивался? Он спрятал проход так, чтобы найти его смогла только Цири. Твоего появления он явно не предвидел. Так или иначе, думаю, он ждал непрошенных гостей и как-то подготовился. Будем надеяться, дикую охоту ждет пара неприятных сюрпризов. Ну хорошо, идем. Думаешь, надо просто искать ласточек? Увидим. Похоже, это древняя эльфская пристань. Должно быть, так они добирались сюда по воде. Интересно, когда это было? Осторожно. Эти маслянистые желтые испарения ядовиты. Я знаю. Пойдем. Не думай, что я... Как вода? Очень освежает. Зря не окунулась.
Ласточка. Значит, мы идем правильно. Смотри, он очень похож на тот столб с проекцией. Зире, не for the slasher N. Израиль, не for the soul SR N. I'm silly Kelpie. Kelpie? Это какой-то морской монстр? Нет, так Цири назвала свою кобылу. Она и правда могла скакать, как демон. Хм, хорошее имя для лошади. Так что, попробуем найти? Гвеллаглан! Силуэт охотничьей собаки. Ничего общего с Кельпи. Обязательно хватать все подряд. Геральт, все в порядке? Допустим. Интересно, что это означает? Такое ощущение, что их в спешке рисовали известью. Рисунок лошади. Наверное, подсказка для Цири. Почти такая же. Посмотрим. Кир, не знаю, что ты сделал, но все получилось. Возвращайся. Смотри, они открываются. Но вперед. Так, теперь понятно, что прервало телепортацию. Этот телепорт. Ах, вот почему я приземлился в гнезде утопцев. Радуйся, что ты вообще вышел из него живым. Потом все удивляются, почему я не люблю телепортов. Попробуем его активировать. Ну, вперед. Кажется, это ласточка. Идем. Думаешь, это безопасно? Гвеллаглан! Ужасно тихо. Это плохо? Похоже на за... Не нравится мне это. Я знала, что мы справимся. Да? Могла бы предупредить. Не стоит пренебрегать моей интуицией, ведьмак. Например, в твоем отношении у меня очень хорош. А что ты сделаешь, когда наконец найдешь цель? У тебя есть какой-нибудь план? Стоп! Смотри, они открываются!
но вперед. Там телепорт. Надо активировать его побыстрее. У меня такое ощущение, что нас ждет следующий голем. Еще ласточка. О, получилось! Идем. О, мы на другой стороне моста. Здесь и была дикая охота. Отлично. Значит, сейчас они далеко впереди. Пойдем. Вял... Это дело рук дикой охоты. Они уничтожили стражу-чародея. Значит, они сюда не в гости приходили. А ты сомневалась? Их заморозили, они и сделать ничего не успели. Шарам! Закрыть щели, из которых он выходит. Слишком далеко. К ним сначала подойти надо. Попробуй вызвать Бурун, Деметий и Крест. Держись ближе. Тариан Аной! Готов. Держись поближе. Ну,
еще ждать? Просто потратила слишком много силы. Только в обморок не свались. Пока я в твоих крепких объятиях, ни за что. Хотел бы я сказать, что тут можно сделать привал. Знаю, знаю. Нужно идти. Заблокировали проход. Может, я попробую? Предоставь это мне. Велоатлан! Пойдем. Может, мы их еще догоним. Спасибо за помощь, очень кстати. Все-таки хорошо, что я пошла с тобой. Ты бы без меня не справился, а? Ну, признай. Один я бы в жизни здесь не прошел. Отлично. Геральт, я помогу. Отойди. Хватит мной командовать. Интересно, насколько тебя хватит. Сала Паткар! Геральт, смотри. Он открывает проход. Спокойно. Еще разрыв! Похоже, это лаборатория нашего эльфа. О, смотри. Лоран Люнд. Так, посмотрим сообщение. Зираэль, здесь больше небезопасно. Не задерживайся здесь. Не верь никому. А больше всего берегись ведьм с кривоуховых топий. Постарайся добраться туда, где мы в последний раз были вместе.
где мы в последний раз были вместе. Не слишком-то много. Проклятие. Может, и хорошо, что он не оставил более определенного послания. Если бы охота сюда ворвалась, они бы тоже нашли эту проекцию. Они обыскали все. Будь у них больше времени, они бы тут камня на камне не оставили. Это не отменяет того факта, что мы так ничего не узнали. Ни об эльфе, ни о Цири. По крайней мере, мы поняли, что они неплохо друг друга знают и путешествуют вместе. Ведьмы с кривоуховых болот. С кривоуховых топей. Кира, если ты что-то скрываешь... Но я же не говорила... Ты знаешь этих ведьм? Никогда их не видела, но читала о них. В старинной рукописи я ее в одной хате нашла. Там написано, что деревенские ведьмы иногда заходят на кривоуховы топи. Именно они поддерживают связь между крестьянами и ведьмами. Ведьмы не терпят пришельцев, зато местным помогают. Именно они остановили мор в Велине. И что ты об этом думаешь? Я бы назвала это россказнями старых баб, но... Когда я только приехала в Велин, первые дней 20 мне снились отвратительные кошмары, что-то призывало меня на болото. Однажды ночью я ввела себя в сон наяву и столкнулась с этим. Я сразу прервала контакт, с тех пор тишина и никаких скверных снов. Как мне их найти? Болота обширны и опасны, но, похоже, ведьмы указывают крестьянам нужные тропки. Слабостей? А, точно. Посмотрим, как они там. Возьми книгу, почитай. Ладно, так... Хорошая мысль. Зачем мы вообще пришли? Таинственный чародей-травник. Странно, медальон дрожит, но здесь ничего нет. Что с этой стеной? Это иллюзия, я тоже почувствовала. Я предполагала, что нас ждет нечто подобное, и взяла с собой это. И что это? Глаз Нихален. Он рассеивает иллюзии. Сделать его несложно, так что если хочешь, бери. Может пригодиться. Кроме того, используя его, ты же будешь думать... обо мне? Спасибо. Просто, правда? Посмотрим, куда ведет проход. Чувствуешь? Слева поток свежего воздуха. Там, наверное, выход. Хорошо, давай выбираться. Постой, еще же магический светильник. Что магический? Светильник. Эльф обещал его мне в обмен на помощь. И коль скоро он вряд ли сюда вернется, я попробую найти его сам. Если только смогу. Ладно.